Полное описание и точная дата выхода 9 серии нового сериала «У каждого свой обман». 9 серия сериала выйдет на телеканале СТБ 14 апреля. В новой серии мы увидим, как Алексей рассказывает Лизе всю правду о своем исчезновении. Все это время он прятался в надежном месте, чтобы спасти бизнес от рейдерского захвата, а себя и Лизу от жестокой расправы. Он умышленно инициировал свою смерть, чтобы спровоцировать людей Багирова к решительным действиям. Как считаете вы, уважаемые зрители, сможет ли Лиза простить Алексея после такого? Оставьте свой отзыв в комментариях. Лиза встречается с Гудилиным и рассказывает ему всю правду. Она просит поставить их отношения на паузу, чтобы она могла все обдумать и решить, как жить дальше. Что подскажет ей сердце? Все это мы сможем увидеть уже в новой серии сериала. Напомним, 9 серия сериала выйдет на телеканале СТБ 14 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра. Желаем всем 36,6.